أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Уважаемые братья, мы вас приветствуем здесь, в этом мажлисе, в этой мечети. Очень отрадно, радостно на душе, когда вот наполняется мечеть. И когда между мусульманами проявляется чувство уважения, распространяется дух любви друг к другу. Это очень важно в исламе. И поэтому наша цель, в первую очередь, должна быть, естественно, восхваление пророка, алейхиссалату вассалам, благодарность, шукру Всевышнему Аллаху за то, что Он дал нам такого пророка, последнего пророка, который является печатью всех пророков и самого лучшего творения Всевышнего Аллаха. За это мы обязаны проявлять шукру. И из этого шукру как раз таки является сбор, вот такой ихтифал, собрание вот в маджлисах, мечетях и восхвалят пророка, алейхиссалату вассалам. Самой малой из шукру является знать, чувствовать в сердце о том, что Всевышний Аллах дал нам такие ниматы. Нимат от пророка, нимат всего от ислама, от этой религии. И, естественно, шукру мы должны делать своими амалами. Очень вот плохо бывает в душе, очень печально бывает в душе люди, которые называют себя мусульман, когда ведут и на улицах, и где-то в собраниях, вот везде и всюду ведут как невежество, как люди вот безграмотные, как люди, у которых нету вот нравов нормальных, хороших человеческих нравов. Это очень больно бывает в душе, и человек должен исправлять себя. Он обязан исправлять себя. Он должен знать о том, что кто он такой. Он мусульманин, он созданный, он творение Всевышнего Аллаха, который создан для служения. У нас, к большому сожалению, общее место взят вот мусульман, вот стремление к этому дуня у нас очень большое. И это является как раз любовь к этому дуня, как раз таки является именно основой всех грехов, основой всего вот негативного, всего плохого является любовь к этому дуня. К большому сожалению, у нас это заметно. Когда вот любовь к дуня, человек стремится к нему, и все остальное он бросает, лишь бы добить отсюда, здесь для своего личного удовлетворения, свои какие-то користи, свои цели. Вот такие вот качества, когда у людей бывают, просто очень больно в душе бывает, когда ты видишь вот мусульман в таком положении. И шукру чем проявляется? Проявляется тем, что человек именно вот оставляет вот эти плохие деяния. Когда человек выбрасывает из сердца самое негативное, плохое, то есть когда мы вот культурные растения очищаем от сорняка, то есть оно больше ничего не нуждается, оно само растет, вот это растение. Хорошие нравы приходят, самое основное оставляют плохие качества. То, что касается нашего пророка, алейхиссалату вассалам, здесь много будут о нем говорить и в мавлидах, в чтениях мавлида, и здесь выступающие очень много будут о нем говорить. Он рахмат, рахмат для всех миров. Не только для людей, это рахмат и для ангелов. Он рахмат для других животных, обитателей моря, обитателей земли, для всего, даже этих неодушевленных предметов, имеется в виду неживых предметов. То есть Всевышний Аллах говорит: «Вама арсалнака илля рахматан лил аламин». Я тебя не послал, кроме как рахматом, милостью для всех миров.
И поэтому мы, естественно, обязаны восхвалять пророка, алейхиссалату вассалам, его возвеличивать чтением салавата и другими самыми хорошими амалами, следуя за сунной пророка, алейхиссалату вассалам. Пророк, алейхиссалату вассалам, когда он, к нему пришла вот миссия пророчества, пророческая миссия, он перенес очень большие трудности. В течение 3 лет даже вообще призыв был только к тем людям, которые он был, у которых был он уверен о том, что они примут ислам. Почему? Потому что те окружающие курайшиты, жители Мекки, которые поклонялись этим идолам, то есть они не давали этого делать, не давали, то есть мешали этому призыву. Был запрет. И вот таким образом, скрытным образом, в течение 3 лет около 40 человек приняли только ислам. Вот такие трудные времена были. После этого тоже, когда пошел открытый призыв, можно сказать, в течение 10 лет пророк, алейхиссалату вассалам, встречал очень большие трудности. Как только эти курайшиты не испытывали его, каким образом только к нему не обращались, чтобы он вернулся к их религии. Сколько аятов было ниспослано по отношению, то есть вот таких обращений, какие требования были со стороны Всевышнего Аллаха, пророка, алейхиссалату вассалам. Это просто были очень трудные годы. Наша религия, она религия разума и логики. То есть оттуда, из каждого шага пророка, алейхиссалату вассалам, делаются какие-то определенные выводы. Те выводы, которые алими делают оттуда, извлекают уроки оттуда, из этого является, прежде чем человек достигнет до хорошего положения, до хорошей жизни, этот человек должен испытать очень многое. Аллаху Та'ала испытывает человека. Вот такое испытание и для нас существует. Это существовало еще в советские времена, когда был запрет на религию. Но наши чистые люди, чистые мусульмане, чистые алимы, хорошие, искренние люди, они вот своим стремлением, своим старанием довели вот это все до такого положения. И видите, массовым образом идет уже поток ислам. Массовым образом идет. И, конечно, нужно дальше и дальше стараться. В первую очередь, своим поведением. То есть, поведением того, что, то есть, уважая старшего человека, милостивя над младшим, показывая свои самые хорошие нравы, особенности то, что касается маишата, особенности то, что касается денег. Вот в книге «Ихья Улумуддин» там приводится такой пример. Умар, разиаллаху анху, это второй халиф, он обратился к одному человеку, и он сказал ему: «Мне нужен человек, хороший человек в качестве свидетеля». Тот ему приводит, он говорит, что есть такой-то, такой-то человек, который мог бы быть свидетелем. И тогда Умар, разиаллаху анху, у него спрашивает: «Ты его хорошо знаешь?» Он отвечает: «Да», говорит, «я его хорошо знаю». Он у него спрашивает: «Ты что с ним был, то есть находился с ним в пути, в сафаре, с ним находился ты?» Он отвечает: «Нет». «У тебя с этим человеком денежные отношения были?» Он говорит: «Нет». «Тогда ты не знаешь», говорит, «этого человека, поэтому мне не подходит». Сегодняшний день, в действительности, вот когда обращаешь внимание на этот народ, когда касается вопрос маишата, этот человек и иман теряет, и ислам теряет, и нравы теряет, и характер теряет, все теряет. Теплая мечеть, ибадат делать, это более легче бывает, чем того, что касается вот этого маишата. Люди идут, сами такие вот негативные вещи, плохие, запретные вещи, то есть того, что касается вот маишата. Есть один хадис пророка, алейхиссалату вассалам, есть, говорит, грехи из грехов, которые не смываются, кроме как озабоченностью маишата. Представьте себе, нам кажется, что религия это лишь служит в мечетях, лишь там зикру делать, совершать молитву и другие какие-то ибадаты делать. Оно в этом не ограничивается. То есть религия обхватывает все мелочи жизни человека, все,
что он делает, имеется в виду то, что касается работы, то, что касается быта, то, что касается семьи, то, что касается всей жизни человека, все обхватывает религия. Есть хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, смысл которого вот такое. То есть ибадат вообще, ибадат, если делать, разделить на 10 частей, 9 десятых частей, оно касается как раз таки маишат. Поиск халала имеется в виду. Поиск халала. У нас вот массовым образом идет вот эту ночь, имеется в виду, ночь, когда мы прославляем пророка, алейхиссалату вассалам, приходится об маишате говорить. Почему? Потому что вот когда встречаешься с этими вопросами, этими спорами людей, просто-напросто больно остается на душе. Поэтому приходится это говорить. Везде и всюду обман, в рынках обман, недовес. Какие угрозы идут по отношению тех людей, которые недовешивают Кур'ане. «Вайлюллил мутаффифин» говорится. То есть горе, бала тем людям, которые недовешивают. И как обманывают, как скрывают недостатки, то есть в своих этих товарах, и как недобросовестно выполняют работы, когда принимают людей на работу. Это, то есть религия, она касается всего, не только вот ибадата в мечетях. И поэтому, то есть без этого одно делать, другое делать в религии нельзя. То есть нас должно касаться все. Мы должны быть очень чистыми людьми для того, чтобы достичь больших целей. Особенности вот распространена у нас риба. Риба, вам всем, наверное, известно, что такое риба. И такое халатное, беспечное отношение у людей к этому риба. Вот я это говорю из-за того, что мы вот эти вопросы встречаем. Постоянно, каждый день спорные вопросы людей встречают, когда друг другу передают вот эти денежные средства для того, чтобы дальше работать, и они заключают недействительные, имеется в виду несоответствующие шариату, какие-то, то есть сделки делают люди. Отдают людям деньги и говорят, что с хайра, с прибыли, с прибыли в месяц ты мне должен 5000 давать или 10. Вот таким образом устанавливает какие-то определенные суммы. Потом это превращается в риба. Посредством риба безбаракатность идет человеку. И впоследствии конец его, исход бывает очень печальным, очень плохим бывает. И поэтому то, что касается вот этих денежных отношений, то, что касается работы между собой, торговле или в других работах, надо в первую очередь внимательно изучить вот эти все вопросы, прежде чем сделать сделку. Потом оно поздно бывает. Умар разиаллаху анху, он ходил в рынок, это самый процветающий век был, время халифа Умара разиаллаху та'ала анху. И он ходил сам на рынке. Он требовал изучать именно вот эту торговлю. Разные сделки он заставлял, требовал изучать. Если он не изучал, если он не знал, каким образом заниматься торговлей этого человека, он рынок не допускал. Вот такое было, вот такой порядок был в то время. И поэтому, если же у нас не будет чистого маишата, у нас остальное не будет. В одном хадисе говорится, если же за 10 дирхамов человек покупает одежду, и один дирхам туда попадает из харама, пока эта одежда на нем будет находиться, что его молитва не принимается. Вот такое есть. Сегодня то время, когда халал с харамом смешалось, надо постараться, чтобы наш маишат харамное, то есть не вступило туда. Оно все смоет. Мы думаем, что если какой-то садака куда-то делать, и явным образом нужно, обязательно это явным образом скрытно, никто не хочет это делать. Явным образом это все надо делать, и думать, что этим все смоется. Нет, не смывается. Пока будет запретный маишат у человека, у него хорошего конца никак не может быть. У него будет очень печальный, очень плохой конец. Пусть Аллах даст нам
вот тауфик, чтобы чистым образом работать. Этот мир, он заканчивается. Имеется в виду, наша жизнь, она очень быстро истекает. Вот мы помним наших родителей, куда они ушли. Их нету уже, наших родителей. Этих предков нету. Сколько таких поколений ушло. До нас тоже очень быстро дойдет время. Очень быстро дойдет. И поэтому надо стремиться, надо немножко внимания обращать на кладбище. Что наш дом именно там будет. Вот наш дом, вот наш вечный дом. Вот это 2 метра на метр. Вот это наш, то есть квадрат, вот это наш дом. И если туда мы внимание не будем обращать, у нас конец будет очень плохим. Пусть Аллаху Тааля даст нам тауфик. Пророк, алейхиссалату вассалам, вот последующие выступающие, иншаллах, много расскажут. Извините, что если что-то так я сказал, и также мы извиняемся, вот некоторые технические неполадки, худо без добра не бывает. В нем тоже есть, наверное, какое-то добро, из-за того, что пока люди собрались, иншаллах, это тоже нормально будет работать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.